Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Minecraft Dungeon. Так, а что это у нас тут такое, ребят? Это у нас... А, тренировочные пугало стоят. Хе, ладно, окей. Давай посмотрим, мы с тобой, по-моему, все финансы потратили, да? Поэтому ничего не сможем купить. Но тогда отправляемся на следующую миссию. У нас их тут, блин, дофигища. Мокрое болото, тыквенные пастбища, каньон кактусов. Оу. Пылающая кузница. Слушай, я думаю, мы, наверное, с тобой отправимся в мокрое болото. Так. Сброс принадлежностей, артефакты. Начать миссию. Погнали. Путешествие в мокрое болото. Свора злобных ведьм обитает в самом сердце этого мрачного болота. Они варят всевозможные зелья для архизлодеянина и его растущей армии. Если не найти и не победить их, злодеяне станут неодолимыми. Но ступайте осторожно. На болоте водится множество ужасных существ. Ну что же, поехали. Ступайте осторожно, говорят нам. Так, найдите варево какое-то. Так, подожди-ка, надо мне сразу же держать пальчик на кнопке карты. Что-то пока я никого не вижу. Слушай, можно было бы пойти по верху. Ну ладно, пойдем по низу. Эх, утоп... Эй, что это там за малыш такой побежал за мной, а? Так, секундочку. А что это такое? Что это я поглотил сейчас, а? Скажи-ка мне, пожалуйста. Так, зомби, вали. Видишь, какие-то души. Вот. И они почему-то летят ко мне. Это правильно? Ой, маленькие такие, а шустрые. Хе, зомбики, непутевенькие. Так, это я разбить ничего не могу. Окей. Грубо говоря, в окружную, да, прошлись. Давай-ка сюда наверх сиганем. Взрывчатка. Оу, зачем я это сделал? Господи, по привычке, ребят, по привычке. Так, идем далее. Зомби там занимается физкультурой какой-то. Да ладно, успокойся. Все, выпала свининка. Мы ее сейчас, естественно, с тобой перекусим. Ей, не надо тут еще строчить по мне. Слушай, ну и смотри, у нас еще до следующего уровня. Это будет шестой, нет, седьмой, да? Слишком долго. Опыт очень медленно идет у нас. Что-то я, по-моему, да, я вокруг обошел. Вроде бы болото, а такое журчание, как будто где-то речка рядышком недалеко протекает. Значит, найти варево. Оу, это что у нас там за шитики такие? Бросает в меня какую-то ерунду. Так, а здесь интересно, есть какие-нибудь секретные там ходики, проходики, знаешь, как любят во многих РПГ делать. Так, а ну-ка давай, пробирку какую-то выбил. Вот этот мелкий зомби, да, он очень шустрый. Очень шустрый, бежит так, сломя голову. Так, что мы с тобой получили? Силу. Мы с тобой получили силу, вау. Тут можно даже уже, наверное, не смотреть. Просто идти напрямки и все. Потому что дорожка одна, никаких ответвлений нету. И непонятно, что это все-таки за вот эти вот души. Думал вначале, может быть, это как бы опыт идет. Но, похоже, нет. Иди отсюда, явился он. Опа, опа, это кто такой? Тихо. В рукопашку, ребята, в рукопашечку. Да, вот это какой-то рыцарь очень сильный. Или кто это такой у нас? Воин. Так, мы можем пойти с тобой наверх, но я хочу вот здесь пройти. Опа-на! Прикинь, я подобрал кинжалы. И по атаке они будут лучше, чем моя кирка, которая у меня сейчас одета. Давай-ка глянем, я хочу обязательно посмотреть. А вот они кинжалы. Так, плюс 10 к здоровью. Аура увеличения ущерба от оружия плюс 20%. Зелье лечения влияет на ближайших союзников. Так, а тут просто урон в ближнем бою. Пфи. Давай, наверное, наденем. Так, одеваем. Ну да, теперь я типа как ассасин.
И у меня есть еще, кстати, одно очко, да, которое я могу потратить. Так, шанс в 30% вызвать удар молнии, наносящий урон ближайшим врагам. Это понятно. А здесь у нас целеустремленность. Повышение урона, наносимого раненым врагам. Давай я, наверное, лучше вот это улучшу. Слишком дорого. Окей. Погнали. Посмотрим, как у нас эти клинки работают. Все бурлит, что-то там кипишует. Так, здесь ничего нету. Это я просто возвращаюсь обратно. Идем по нашему указателю. Уничтожьте зелья. Попробуем. Смотри, 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 смотри. Слизень. Слушай, ну я тебе скажу одно. Клинки вообще имба. Особенно если они еще и... Так, уничтожил я варево, да? Так, этих лучше издалека, наверное, бомбить. Опа, ты смотри, что делать, а? Из-под тишка подошел и стрельнул в меня своей кашей. Вот этой вот варевом злобным. Так, слайм, вали. Так, вот это слизень, да? Так, его назовем. Так, я немножко перекусил. Оу, у меня закончились стрелы. Так, ну-ка. Дай-ка я его подобью. Еще один, да, у нас тут желейник. Да отвали ты. Там еще один гигантский желейник. Так, 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 отходим, отходим, отходим. Молния еще к тому же, да, передает урон остальным. То есть она как цепная. Такое впечатление, что они откуда-то ползут. Они бесконечны здесь, по ходу дела. Так, и здесь, кстати, у нас варево находится, которое нам нужно уничтожить. Вот оно. Так, давай, 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 давай. Не забываем следить за уровнем здоровья. Это самое главное. Так, мы с тобой что получаем? Бриллиантики? Ну, нормуль, разобрались. Так, погоди-ка. Теневое зелье, теневая форма у нас с тобой. Так, дальше, еще у нас где-то здесь один есть. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, подожди. Что это тут происходит? Взрывы какие-то. Так, дай-ка я петардочку, наверное, шлепну туда. Окей. А что у нас книжка делает вот это вот? Это... А-а-а, вот оно что, ребята. Души, которые мы с вами собираем, мы тратим. Что это? Смотри-ка. Так, мы подобрали мантию вызова. Вау, это что за мантия вызова? Надо обязательно ее проверить. Вначале вот с этим только разберемся. Так, этого уничтожим. Тут уже и стрелы лежат, кстати, пучок. Надо будет его подобрать. Зелье забомбить. Так, остается еще одно зелье где-то. А где мы его пропустили? Вон оно там наверху. Сейчас мы его уничтожим. Так, взрывчатка, это хорошо, пригодится. Так, найдите котел. Найти котел, это все понятно. Можно я хочу посмотреть, что у нас за вот эта вот мантия. Так, плюс 26 к здоровью. Подожди, кто там? Мне кажется, что ко мне кто-то идет. Значит, давай еще раз посмотрим. 26 к здоровью, время перезарядки артефакта минус 25%, аура скорости перемещения плюс 15%. Мощные магические руны, воткнутые в ткань этих мантий. А их происхождение и истинные силы покрыты тайной. Но оно хуже, смотри. Если смотреть по параметрам, да. 8 защиты, а на мне что одето? Погоди, а на мне какая броня? У меня тоже... Опа, уже урон получил. Блин, доскакала, да, все-таки? Лягуха-ползуха. В общем, друзья мои, я не буду пока, наверное, менять мантию мага. Тем более я, по большому счету, даже не маг. Я все-таки ближе к воину. И меня это вполне устраивает. Так, ну, скелетик побежал он куда-то. Так, отлично. И что, у нас с тобой вход в подземелье куда-то? Получается так? Или что-то я там должен уничтожить? Погоди-ка, я не пойму. А в чем прикол? Может быть, потому что я с этим динамитом бегаю? Давай попробуем без него зайти. Да постой, а почему я не могу зайти? Эй! Ух ты.
Что-то какое-то тут мрачное местечко. Так. Рассеивающий арбалет я подобрал. А почему так? Кто это? Эй, ты кто такой? Странник края? Да иди ты в пень, странник края. Не даем ему просто подойти. Откуда этот странник края появился здесь? Интересно мне знать, а? Да ты-то тут еще лезешь тоже. Фух, я его завалил, теневая форма. Ну, это да, этот монстр был на самом деле силен. Так просто его подбить у меня не получилось. Эть! Твою ж налево. Так, надо срочно перекусить. Погоди-ка, куда нам идти? Нам можно здесь, в принципе, прогуляться, просмотреть, да, территорию вот эту вот. Но мне кажется, тут мы ничего с тобой не найдем хорошего. Эть, лучник. Ладно, тогда пойдем с тобой наверх. Взяли взрывчатку. Надеюсь, от нее будет здесь толк хоть какой-то. Подожди-ка, тут заглянем. Эть, бежит, бежит. Так, скелетушка идет. Ну, блин. Так, что по карте? По карте можно еще тут немножко побродить, пошоркаться. Но да ничего тут, по ходу дела, для нас нету. Кстати, ты заметил, что давно не попадались нам сундуки со снарягой и с прочей ерундой? Ну, иди сюда, слизень, я с тобой разберусь. По-моему, враги стали немножко посильнее. Так, а ну-ка, дай-ка я взорву. Бамс, так, у нас там выпал какой-то еще супер-пупер арбалет. Уникальный. Так, арбалет арфа-молний. Обязательно посмотрим, что это за арбалет. Ну, иди сюда. Что это за арбалет? Так, смотри, мы можем с тобой и сюда пойти, и наверх. Куда лучше? Наверное, наверх сходим, да? Так, арбалет. Слушай, ну он крутой. Так, этот у нас рассеивающий арбалет. А вот этот вот урон в дальнем бою 20 на 3. Шанс рикошета и множество снарядов. Кстати, со мной летает какая-то летучая мышь. Это, видимо, мой напарничек, да? Ну что же, посмотрим. До этого у нас стоял вот этот. Всего 4 урона. Тут 13. Разница, конечно, налицо. Погнали с собой наверх сходим. Попробуем. Погоди-ка, как тут обойти? Вот здесь, что ли? Ага, вижу, вижу ступеньки. Ух ты. Так, опять этот варево свое тут делает, да? А мне кажется, что это за звуки такие странные? Рикошет. Я, правда, рикошет особо не вижу здесь. Опа-на, и сундучок. Так, кинжалы редкие. Обязательно так. Подумать только. Найдите и откройте свой первый роскошный сундук с сокровищами. А это был роскошный сундук, оказывается. Ну что ж, давай посмотрим, что нам отсюда выпало. Клинки. Так, урон в ближнем бою 13. Оружие в каждой руке. Кинжал — это оружие трусов, по крайней мере, так говорят. Слушай, ну тут 11 урона, а тут 13. Значит, эти клинки будут получше. Эти клинки будут получше, поэтому, ребят, будем использовать их. Так, давай-ка мы здесь бежим. Куда надо идти-то дальше? Ага, вниз. Понятно. Значит, сюда я просто так пришел, чтобы... Тихо, кто-то... Кто-то здесь храпит. Так, новый уровень. Замечательно. Получено очко зачарования. Ну, естественно, мы с тобой, наверное, потратим. А что это вот у нас такое здесь? Вот это на пробел. Это что означает? А, у нас есть еще и перекат, оказывается. А я и не знал. Все, понял. Так, 7 уровень. Что будем делать? Надо, наверное, нам с тобой прокачать наш арбалет. Дает шанс в 30% вызвать отравленное облако, поражающее всех врагов в зоне на 3 секунды. Ну, это понятно. Повышает скорость вашей атаки. Так, шанс. Дает шанс одновременно выпустить несколько стрел. Вот это я, наверное, и сделаю. Тут можно до 3 чар, да, повесить. Мощь, скорость, выстрелы. Погнали. Так, глянем карту. Ну да, в принципе, нам нужно двигаться вот в этом направлении.
Ну куда ты разогнался? Иди отсюда. Уже стоит, приготовился там по мне стрелять. Так, а что у нас со стрелами? Ну, стрел пока вроде бы хватает. 8 штучек всего лишь. Такое мрачное подземелье. Тоску на меня наводит. Но зато я вызвался, да, как говорится, очистить этот край от зла. Ну, поэтому я это и буду делать. Так, что это у нас? Быстрота. Я получил быстроту. Иди отсюда. Да хорош ты. Все-таки попал, да? Успел выстрелить. Интересно, здесь будет тоже босс или... О, не будет. Ну, слизень. Нормально, так разобрали его. Так, опять этот ханолик там свою ерунду на меня бросает. Так, гемчики обязательно с тобой подберем, потому что они нам нужны будут. Хм. Либо наверх, либо сюда вот в бок. Давай сюда пробежимся. Нет, нет, я сказал. Так, этих мелких подбили. Найдите котел. Опасные зелья. Так, да я хочу вот этот сундук открыть. Блин, мне бы на самом деле не помешали стрелы. У меня всего лишь 27 штучек осталось. Что там? Кряхтит, опять зомби. Так, секундочку. Тут у меня сразу возникает вопрос. Куда надо было мне идти? Может быть, все-таки там прогуляться, а? Ага, у меня как раз туда направление. Видишь, да, идет. Но я хочу вот здесь туда пройтись. А мне кажется, что я могу здесь что-нибудь для себя найти полезное. Иди ты нафиг, бежит, он разогнался уже. Так, подрезал, подрезал. Так, здесь у нас гемчики. Так, тут у нас обрыв. Скелеты. Так, мы их ушатали. И получается, что все, да? Я сейчас зайду в тупик. И здесь у нас... Ага, сундук лежит. Причем довольно неплохой. Так, кинжалы я подобрал, но они хуже. И пучок стрел. То есть 49 стрел у меня. И здесь уже все, ребят, тупик. То есть могу спокойненько себе возвращаться туда, где я сомневался, куда мне нужно идти. Побежали на всех. Так, здесь я не могу пройти. Ага, вот тут мы с тобой пройдем спокойненько. Опасное зелье, да? Такое вот у нас с тобой задание. Найти котел. Мне почему-то кажется, что этот котел будут защищать какие-нибудь ведьмы. Поэтому вот как бы нам получить с тобой резист от магии? Вот что меня интересует. Все зависит от брони. Я больше чем уверен. Пока у меня броня такая. А почему у меня свечка потухшая, а? Вот кто мне это объяснит? Когда я надевал, свечка горела у него на лбу. Я еще говорил, прикольно выглядит. А тут у него, видите ли, потухшая она. Кто ее потушил? Непонятно мне. Так, мы спускаемся, видимо, еще. Я думал, мы еще ниже спустимся. А мы с тобой, наоборот, вылезли на поверхность. Отлично. Ну, здесь вот прикольно играть, да? Светло, приятно. Даже пускай тут и болото, но тем не менее. Светло, самое главное. Вот так вот все это разбираем. Почему-то души так неохотно ко мне притягиваются. Так, давай-ка мы вот здесь с тобой пробежимся в окружную. Оу. Слизни, это все, ребят, хорошо. Потому что мы зарабатываем с тобой и гемы. Да, и не забывай, что уровень тоже зарабатываем. Так, уровень, опыт. Все, что нам нужно. А здесь у нас музычка какая-то напряженная. Эй! Хорош. Ну что ты там встрял-то, ёпрасоты, ну. Так, мы опять с тобой выбили какую-то мантию. Мантия вызова. Практически та же самая, что у нас была. Одевать я ее пока не хочу. Ой-ой-ой, да что ты, блин, я думаю, что он... Так, давай хильнемся. Что-то как-то у нас... Ага, срабатывает. Не на ту кнопку жму, думаю, что у меня...
Этот не работает. Кульбит. Так, смотрим. Иди отсюда, слизень. Так, опять где-то там у нас маг. Вон он. Напрягает, если честно. Так, здесь нам ничего не... О, сундучок. Погоди, как? Ах, вот как можно было. Мантия вызова редкая, но опять же мне не нравится. Опять же мне не нравится, потому что она слишком слаба. Так, куда нам идти? Теперь нам надо идти наверх. Почесали. Вот этим я почему-то не пользуюсь. А надо бы. Ух ты, припасы. Стрелы и хлеб. Замечательно. 92 стрелы. Да иди ты. Хламон начинает тут мне стрелять. Вот они, злобные маги. Ты посмотри, а. Вот типа таких, наверное, будет защищать котел, мне кажется. Это было бы вполне ожидаемо. Так, сундук я вижу, ребята. Здесь где-то сундук заныкан. Сейчас я его хочу подобрать. Так, погоди, а где он? Ага, вот он. Да иди ты. Так, вот здесь сундучок. Отлично, мы с собой взяли стрел немножко. Не понял. Эй! Погоди-ка, погоди-ка, а как? Просто я же думал, застрял. Нет, все хорошо, слава богу, выбрались с тобой. Так, теперь надо глянуть. Так, мы можем сюда пойти. Вот в этом направлении. Давай-давай-давай, всех коцаем, коцаем всех. Так, эти мелкие там еще сзади ползут. Все, я с ними разобрался. Здесь у нас кто? Там я вижу скелет, лучник. Откуда он встал? Его же здесь не было. Ну что, на пустом месте может оживиться. Так, давай-ка с этими разберемся. Здесь много слишком. О, отлично. Там еще яблоко у нас, да, выпало? Выпало яблоко, смотрим. Там кто-то у нас... Подожди-ка, я мог что, по мосту пробить... Пробежаться? Туда? Ну, по идее, мог бы, да. Так, подожди секунду, я хочу кое-что проверить. Мне уже туда не попасть, к сожалению. Нет, можно, конечно, вернуться и сбегать. Нас, как говорится, ничто здесь не сдерживает. Но нужно ли? Вот в чем вопрос. Так, мы здесь вот с тобой, если пойдем, куда выйдем? Ага. Вот как раз это местечко, где они ползали, прыгали. Вот он, этот мост. Так, внизу у нас осталось яблоко. Погоди-ка, а нам показано идти вон туда, наверх. Слушай, зачем я тогда здесь шоркаю? Ну, я хотел просто проверить обстановочку, но я и проверил. В принципе, здесь все, да? Я всех уничтожил, поэтому спокойненько идем с тобой в пункт назначения. А что этот грибок нам дает? Помнит кто? Грибовидность. А, он же дает нам вроде бы как силу. Иди ты. Хорош. Так, сундук. Сундук. А как мне до него добраться? Что? Это что, я потратил здоровье? Серьезно? Офигеть. Я просто потратил тупо здоровье, ребят. Твою ж налево. Даже не здоровье, а жизнь. Это плохо. На боссе, может быть, и не хватит. Так, что у нас тут вообще? Какие-то мостики. Все это хитро сплетено. Так, давай-ка глянем. Нам нужно вот сюда идти. Яблочко, спасибо. Я хоть правильно иду, надеюсь. Ну да, здесь мы с тобой будем подниматься. Так, где-то уже рядышком. Чувствую я просто-напросто. Что это за звук такой сейчас был? Нет, разбейте котел.
Так, тихо. Что он там делает? Ой. Эй. Да ну, почему-то не могу достать. В чем проблема-то? Так, смотри, что делает. А эти слаймы еще в меня плюются. По идее, надо бы, блин, в котел бомбить. Что-то он тут их наплодил. Эй, здоровье, ребят. Конечно же, в первую очередь восстанавливаем здоровье. Может быть, его вот так лучше бомбить? Тихо. Ух. Что я сделал сейчас? Что, испорченный котел? Да? Так, можно здесь передохнуть маленечко, да, ведь? Так, жалко, что у меня нет никакой там подкрепки, ничего. Немножко грустно. Так, 148 стрел у меня еще ко всему прочему. Пол хп я отнял. Я хочу, ребята, чтобы откат у меня по зелью был. Воу, смотри-ка. Откат по зелью был, и чтобы я смог восстановить себе здоровье. Что-то это дергается, смотри, дергается. Лежит, дергается. Балдеет. Так, погнали, короче. Ага, отсюда я не могу бомбить в этот котел. Отсюда вполне. Так, уходим. Это еще, что за курица еще тут? Так, в котел, обязательно, ребята, бомбить надо в него. Эй. Слизни, успокоились. Ну. Есть. Я получаю новый уровень. И очко зачарования. Вау. Так, это что такое? Уникальный лунный кинжал, ты представляешь? Офигеть, это походу легендарные кинжалы, ребят. Надо обязательно посмотреть. Так, а что? Уровень еще не закончился? Я думал, что все, но нам уже куда-то с собой дойти. Давай-ка посмотрим. Ядрить на корень. Так. Уникальные кинжалы. Урон в ближнем бою 13. Критическое усиление душ. И оружие в каждой руке. Плюс, смотри. Опа. Тут еще открылась способность зачарования. Так. Ну, во-первых, я их сразу возьму. Это однозначно, ребят. Офигеть, такие классные. Блин, мне нравится. Так, ослабление. Ваши атаки снижают урон от атак всех ближайших врагов на 5 секунд. Слушай, нехило. Вообще нехило. Так, вот здесь у нас что? Шанс временно оглушить врагов. Неплохо. После победы над мобом вы получаете шанс вероятностью 10% кратковременно повысить вашу скорость атаки на 50%. Нифига себе, длительность 5 секунд. Блин. Повышает урон наносимой нежити. Ох, классно. Так, затачивает ваше оружие, повышая наносимый им урон. Фига себе. Шанс в 30% вызвать удар молнии, наносящий урон ближайшим врагам. Я даже не знаю, ребята, блин. Повышает урон наносимый нежити, наверное, мы с тобой сделаем, да? Это офигенно. Я могу здесь прокачать. Интересно, а какое оружие получает, вот, например, третью способность прокачки область? Если вот тут мощь, тут скорость, а тут область. Ладно, это все потом посмотрим. Так, мы с тобой выдвигаемся дальше. То есть я... А, должен покинуть болото. Вот что у меня за задание. Я его покидаю с удовольствием. Ребят, победа! Поставок зелий для архизлодеянина больше не будет, а ведьма еще долго не оправится от такого удара. Так держать! Так, уровень пройден, мокрое болото. Урона получено 770. Сундуков, смотри, открыто 100%. А побеждено мобов 87%. Попадание снарядами 41%. Открываем сундук и смотрим, что у нас тут. Тотем регенерации. Это деревянная статуэтка ручной работы, излучает тепло, как от потрескивающего костра, исцеляя собравшихся вокруг путников. Хе, неплохо. Только путников у меня нету. Может быть, здесь, когда играешь в паре. Ну что, давай торганем, наверное, да? Получено лук силы. Источник могущества лука силы занимал умы ученых столетиями. Мощные заряженные атаки. Окей.
А что ты мне можешь еще предложить? Арбалетик. Ну, это, видимо, обычный арбалет. Так, изумруды у меня закончились, к сожалению. Все. Погоди-ка, я только сейчас увидел, что он там какой-то сундук лежит. Что-то я раньше его как-то не замечал. Изумруды, вы нашли... Ага, сундук с изумрудами, 50 штук. Блин, все-таки как классно смотрится у меня здесь, ребята, с моего местечка вот это вот. Смотри, там домик какой-то внизу. В нем, наверное, кто-то живет. Жалко не навестить. Ой, у меня тут, оказывается, и свинки уже есть. То есть у меня свое хозяйство здесь. Жалко, конечно, что я один, одинешенек. Наверное, можно здесь по сети играть, как говорится, в паре. Это было бы прикольно. Ну что, мы, наверное, с тобой отправляемся на следующий уровень, на следующую миссию. Давай посмотрим, что у нас тут осталось. Каньон кактусов, тыквенные пастбища. Так, плащая кузница. Слушай, я думаю, никто не будет против, если мы с тобой сходим в каньон кактусов. Да? Или лучше в тыквенные пастбища? Давай лучше в каньон начнем. Так, ага. Уровень сложности-то все сильнее и сильнее становится. Ага, сброс принадлежностей. Доспехи исследователя пещер. Ваша мощь... десяточка. Артефакты. Неизвестны. Почему-то артефактов у меня нету. Кстати. А, у меня же все в руках, да, будет? Поехали. Путешествие в каньон кактусов. Архизлодеянин хочет призвать армию нежити. Воспользовавшись силой, таящейся в глубине древнего и всеми забытого пустынного храма. Однако найти сам храм очень непросто. Вход в него скрыт где-то в этом каньоне. С запутанными проходами и тупиками, полным злобных мобов и позабытых тайн. Отлично, новая цель. Зажгите маяк. Что вот это вот мышь летучая летает? Что нам не дает? Вообще, по-моему, ничего. Так, я хотел что? Проверить. Мы же получили с вами тотем. Погоди-ка, ты хочешь сказать, что... Ага, внизу. Ну, я думаю, наверное, вот сюда мы его поставим. Лук. Ну, у нас пока самый имбовый лук стоит, да? На данный момент. Вот с доспехами, конечно, очень все, ребята, плохо. Доспехов новых у меня нету. Как бы бегаю пока по стариночке. Так, 53 стрелы, тоже меня это не радует. Ну что же, пойдем путешествовать. Далекий храм нам нужно с тобой найти. Так, секундочку, это кнопка, видимо, да? Угу. Погнали. Так, я понимаю, почему это называлось долиной кактусов. Потому что, как ты видишь, тут везде кактусы растут. Ну ладно, ребята, ну успокойся, ну что ты подбежал? Что это такое? Ой, что это? Я не могу понять, это, с какого перепуга-то здесь это все? Это кто-то вызывает... Ах ты! Шампиньон мелкий. Это, оказывается, был маг, это его заклинания были. Я думаю, что это камни тут сами по себе из земли появляются. Так, отвали. Отвали, отвали, отвали. Нормуль. Покоцали по чуть-чуть. Так, я вижу сундучок, ребята. Это хорошо, что сундук. Так, нам дали зелье. Зелье силы. Так, теперь я готов навалять им всем. Отвали. Так, опять, где этот маг? Так, значит, он где-то здесь находится. Так, подожди, это не то. Нифига у него. А дистанция-то не слишком ли большая для тебя, парень? Я тебя не вижу, а он уже может это все дело применять. Зашибись. Так, идем по закольцованной. Так, овечка. Подожди-ка. Овечка, я могу тебя шлепнуть? Могу, только зачем? Ладно, фиг с ним. Может быть, уровень от нее пойдет. Корова под замес попала. А, ну правильно, они могут вон еды тебе дать. А еда нам нужна. Мы это все прекрасно знаем. Так, я правильно иду? Все хорошо. Каких тут только зомби нету. И маленькие, и большие. Мне нравится. Мне очень, ребят, нравится. Заходит игра просто на ура, если честно. Она
как бы в меру сложная графика не напрягает вообще абсолютно, понимаешь? Я люблю пиксельные игры. Вот, а вот это вот мегапиксельное, я так и назвал, меня вот вообще не напрягает. Очень даже как бы контрастно все это смотрится, превосходно. Тем более RPG, в свое время я очень много RPG-шек играл. Как вспомнишь эти самые Диабло первые там, Сакрады и так далее. Так, тихо. Ой-ой-ой, вот эти вот маленькие, откуда они берутся-то, ё-моё? Почему они такие шустрые? Видишь, кто из подписчиков мне сказал, Рэй, играющие люди, вот типа в Майнкрафт, они знают, откуда эти герои. Я не играл в Майнкрафт, поэтому для меня некоторые персонажи здесь вообще неизвестны. Ого, напряженная ситуация, кстати, была, пришлось даже хилочку. Ох ты, откуда вас столько прет-то, эй? Подожди. Откуда такие орды? Твою ж налево. Так, стрелы пока, слава богу, есть. Ну, это как-то подозрительно. Да что ты, мелкий, пришел сюда? Ты сам прекрасно видел, да? Просто орды зомбарей. И они прут и прут. Что там такое? Опять какой-нибудь тотем стоит, который их вызывает? Или что? Или они так сундук он тот защищают? Непонятно. Пока мне непонятно. Да уйди ты, господи. Так. Я боюсь в воду прыгнуть, а то... А, нет... Это не болото, да? Здесь можно по воде ходить спокойно. Окей. О, наконец-то что-то выпало мне там из шмоток. Но, по-моему, этот костюмчик у меня уже был. Так, доспехи исследователя пещер. Да, такой костюмчик у меня был. Теперь куда нам нужно идти? Показывают туда. Значит, я назло пойду вниз. Мне нужно проверить здесь обстановочку. Блин, немножко промахнулся. Немножечко промахнулся. Опять их тут целая куча. Так, подожди. О, стрелы надавали. Чуть было не погиб. Буквально на микронах выжил, друзья мои. Ну что ты будешь делать-то, а? Посмотри. Откуда вы беретесь-то? Именно вот такими ордами. Блин. Вот тебе и каньон, ребята. Кактусов. Такая уже сложнота пошла. Только, хотел сказать, в меру легкая игра, ага. Так, ты не забывай, уровень сложности-то какой у нас? Средний, да? Мы начинали с изи, нормал, теперь уже средний, потом остается там сложный, и в конце там я вообще представляю, какая там, друзья мои, пойдет сложность. Слушай, а вот этот тотем я для чего взял? Что он делает? По идее, он должен как бы регенерацию делать, насколько я понял. Ну, восстанавливать мне здоровье, но почему-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему-то он этим не занимается. Тотем не занимается своим... как говорится, делом. Сундучок. Так, собираем свои бриллианты. Алмазики, так, и... Что у нас тут? Просто вот так вот вокруг пройдем и все, что ли? Прикольно, да? Смотри, внизу там речушка, водопадик. Так, ну что, я, получается, здесь, друзья мои, все обшмонал. Нам надо возвращаться. Так, еще вот здесь вот можно немножко глянуть. Потому что есть немножко карты. Эй-те-те-те-те-те-те. Я рад, что у меня вообще лук имбовый, на самом деле. Или это даже арбалет, но неважно, все равно имбовый. Очень хорошо мне помогает. Выручает, как говорится, на ура. Ну что же, возвращаемся с тобой. Так, этот сундук я открывал. Погоди-ка, а как нам нужно? Ну да, просто по прямой с тобой идем. Вот так. Ага, здесь нам нужно будет, наверное, подняться. Нет, просто идем по прямой. Опачки, припасы. Для меня главное стрелы почему-то. Стрелы очень хорошо помогают, потому что у меня отличный лук. Что ты там стоишь? Так. Нифига себе. Так, я получил новый уровень. Так быстро? Ничего себе, друзья мои. Я очень быстро получил уровень. Нет, я, конечно, не расстроен. Мне, наоборот, это нравится. Так, погоди-ка. Я могу туда пойти. Могу сюда. Так, я пойду, знаешь, куда? Вот сюда схожу. Потому что основная задача у меня идти как раз по этому пути. А мы с тобой хотим все разведать. Ведь так?
Кто знает, что скрывается вот в этих вот долинах. Погоди-ка секунду, а я не могу подняться, потому что это соединено мостом. Видишь мост? То есть я туда не могу забраться просто так. Значит, хочешь не хочешь, а нам придется вот так вот идти. Тут какая-то кнопка у нас есть, вот она. Куда они бегут все? Так, они бегут, странно. Здесь что ли где-то... Да, ребята, здесь где-то есть подъем. Я его, кажется, нашел. Новая цель. Зажгите маяки. Да уйди ты отсюда еще. Тогда я вот это зелье подберу. Нормуль. Так, мелкий, отойди. Динамит, наверное, пригодится мне. Так, а это у нас кнопка. Нет, это, ребята, не кнопка. Это мы с тобой зажигаем маяки. Ага. Давай туда бросим. Бамс. Шикарно. Так, я вижу яблоко. Здесь. Секунду. Погоди-ка, а куда мне нужно? А, мне нужно еще вон там маяк взорвать. Точнее, не взорвать, а его зажечь. Ну иди ты. Бедная корова замотала головой. Так, еще один мы с тобой зажгли. Это уже 2 из 5. Остается вот здесь маяк. Ох, изумрудики у нас тут падают. Так, вот здесь где-то он должен быть. Вот он. Получается 3 из 5. Вот как раз этот мост, да, мы с тобой перебираемся по нему. И здесь тоже будем активировать маяки. Так, тихо. А что ты такой крепкий-то, малый? Давай зажгем. Отлично. Так, ну где он там? Так, секунду. Со здоровьем-то беда уже была. 8x залп. Так, и остается у нас с тобой всего лишь один. Давай мы его, наверное, сейчас быстренько активируем. Ай! Вот поганец. Взорвался рядом со мной. Хоть медленно идет, но все равно как-то умудрился. Иди отсюда, крипер. Так, найдите храм. Хорошо, мы пойдем с тобой на поиски храма теперь. Ну, подожди. А, блин, там стрелы внизу оставил. Так, давай мы их поднимем, наверное, с тобой. Так, 147 стрел, и здесь я еще вот видел. Так, у нас есть с тобой очко опыта, ведь так? Надо нам потратить. Я хочу на кинжалы его потратить. Так, выбор. Буйство, ослабление или оглушение. Так. Оглушить врагов снижает атаки. Я думаю, наверное, нам надо сделать буйство. Окей. Буйные клинки у нас с тобой стали. Тихо так, прикольно все смотрится. Да, смотри. Отлично, мне нравится. Так, погоди, кувшинчик от меня хотели скрыть. Ага, как бы не так, я уже секу все везде. Так, смотрим. Пока все чисто, все четко. Так, это что у нас за зомби какой-то, гигантский голем. Так, погоди-ка, это кто такие вообще тут? Так, постой. Какая-то новая локация, что ли? Так, пучок стрел забираем, конечно же. Типа мы с тобой переходим уже в пустыню. Какой еще, блин? Это босс или что? Или это просто мобы? Зашибись, да? Без предупреждения. Они еще и лучники. Вау! Погиб. Так, у меня осталось всего 2 жизни. Резаемся. Офигеть. Вот это да, друзья мои. Вот это я попал. Вот это я попал. Что-то как-то, блин, обидно даже. Одно всего лишь здоровье осталось. Ну, 1 жизнь. Да иди ты в пень. Эх. Блин, что-то я совсем осторожность потерял.
Так, выпал там какой-то арбалет. Тут все, больше ничего нет. Походу дела нет. Стрел пока хватает. Пока, ребята. Ну, взорвалась свиночка, отлично. Что она мне там... Так, я подобрал тотем защиты. Может быть, мне он больше пригодится? Сейчас бы взорвался, ребята. От своего же динамита. Угу. Давай, быстрее откат. Ну. Так, давай-ка глянем. Тотем защиты. Этот тотем обладает мистическими силами, которые защищают существ вблизи него от снарядов. То есть я его могу сюда поставить, да? Так, этот тотем излучает мощную энергию, воздвигающую надежный щит. Так, ну давай посмотрим, как это работает. Ага, вот такой вот он делает щит. От снарядов, то есть от стрел. Хорошо, а этот у нас все-таки здоровье, да, восполняет? Погоди-ка, а почему? Так, ну книга душ мне не нужна. Книга душ не нужна, да? Ну-ка. Ладно, проверим потом все это в деле. Сейчас нам с тобой нужно дальше двигаться. Посмотрим по карте. О-о-о, явились, не запылились. Иди ты отсюда. Так, он выронил какую-то баночку, скляночку для нас. Так, стрелы. Самое главное, стрелы. Так, можем здесь немножко пробежаться. Так, иди отсюда. Тут тупик. Найдите храм, далекий храм. Какие-то зомби грязные, я не пойму. Какие-то песчаные, что ли. Как их еще назвать? Так, припасики. Вот это хорошо. Так, маг. Не успел. Ах ты! Успел что-то там накастовать, по-моему. Ну, давай, 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 давай. Все, разобрались. Крипер. Ох, сколько тут криперов-то, а? Смотри. Нормуль? Нормуль. Так, разобрался. Дальше у нас тут, ух ты. Давай, наверное, динамит. Давай, наверное, мы с тобой вот сюда вот сходим, да? Здесь вот небольшой, как говорится, отрывочек у вас. Сейчас бумкнет. Да, динамит взорвался не совсем хорошо. Так, мы выбили еще какую-то очередную броню. Какая-то броня барда, что ли. Так, доспехи исследователя пещер. Ну, эти у нас доспехи с тобой уже есть. Так, что это за кнопка? Ха. Не открывается. А что для этого нужно? Рычаг, наверное, вот этот. Активировать. Но другого у меня, как говорится, плана нету. Чтобы активировать... Так, тут еще какой-то мостик. Да я вообще пришел, а? Странное местечко. Так, ладно, смотри, тут он... В плане? Да ну, ты хочешь сказать, что сейчас будет босс? Ну это не босс, это, видимо, какая-то, ребята, ловушка. Какая-то ловушка. Ага. Было такое небольшое испытание, да? И... А, ключ я подобрал. Я думаю, что там сзади прилипло ко мне. Я подобрал ключ, а ключ этот... Ну, ты понял, для чего, да? Эй, ключ, погоди, погоди. Ты погоди, куда ты побежал-то? От меня. Этот ключ нам понадобится как раз для открытия тех ворот. Стрелы лежат, надо их подобрать. Так, а я вообще... Правильно, да, все правильно, идем. Ключик, вернись, говорю тебе. Почему он постоянно его мне выбивает? Давай, открывай ворота. Так, найти золотой ключ.
Две штуки причем, да, нам нужно найти. Ну давай, ладно, попробуем с тобой поискать. Все, все получили от меня. О, вижу. Так, изумрудики получили. Кнопка, или что это у нас? Тотемы. А, мост, мост сейчас у нас должен появиться здесь. Появляется мост, идем с тобой далее. Нафиг, давай бросим туда. Мага разорвал к ядрене фени. Вот он полетел. Так, а это у нас золотой ключ. А куда мне его? Оу. Чуть-чуть бы и погиб. Я не понял одного. А... Так, откройте золотые врата. Золотые врата где находятся? Вот здесь вот, что ли, получается, да? Ладно, попробуем открыть. Да куда ж ты побежал-то, ключ? Ё-моё, все время вырывается и убегает от меня, а? Маленький засранец. Так, 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 не надо тут. Вот, да, друзья, ключ! Смотри, какой, а? Все ему не имется. А вот у нас и ворота. Уходим, уходим. Сейчас тут прибежит свора. Надо хильнуться. Давай, 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 все по одному подходите. Так, новый уровень получил, замечательно. Просто шикарно. Получил достижение непонятно какое, но оно у меня есть. Так, скаут-любитель. Вот оно как называется, это достижение. Так, ну что, заходим. Так, зелье, ускорение. Со стрелами-то беда, друзья мои. Всего 120 штучек осталось. Так, ладно, надо, наверное, применять рукопашный бой уже. Куда ты бомбишь? Слушай, а мне нужно идти, в принципе, вот сюда, да? Значит, я назло пойду немножко в другую сторону. Они еще друг друга могут убить, представляешь? Вот так вот. То есть они наносят урон сами себе. Иди сюда. Так, доспехи исследователя обычные. Ну, значит, они слабые. Так, крипы, валите отсюда нафиг, а? Шикарненько. Так, изумруды. Так, неужели какая-то опять будет ловушка здесь? Что-то такое впечатление. Хитрая, хитрая. Так, а что у нас тут? Хм. Ну не может быть, вот чтоб тут просто вот так вот такое было красивое местечко. Мы с тобой идем по песочку. Слышишь, как он шелестит? Прикольно. Так, что я хотел посмотреть? Во-первых, у нас с тобой есть броня. Так, здоровье 49, а это 47. Хм. Получается, что вот эта броня будет получше немножечко, но получше именно в плане здоровья. 49 в плюсе, а тут, как ты видишь, 47. Так, погоди-ка. 49, 47. Вот этого, да, получается немножко лучше. Ну давай. Твою налево, что я сделал-то? Так. Вот таким вот образом поменяем. И мы можем с тобой прокачать. Прокачать клинки. Ага. Нужно два. Хм. Два очка действий нужно, чтобы нам прокачать. Хорошо, давай тогда посмотрим на арбалете. На арбалете тоже ничего не могу сделать. Что у нас за броня? При активации артефакта вы восстановите немного здоровья. Каждые 0,5 секунд наносит урон врагам на дистанции ближнего боя. Так, при курке создается огненный след. Понятно, лучше мы с тобой вот это сделаем тогда. Да, нормуль. Ну что же, погнали. Так, хильнемся на всякий случай. Но-но-но-но-но-но. Выбежал мне тут. Да я туда его бомбану, эту взрывчатку. Шикарно. Крип, отвали. Так, 94 стрелы. Да.
Маловато будет. Хотелось бы, конечно, побольше где-нибудь. Кстати, смотри, у меня опять горит здесь свечка на лбу. То она была потухшая, то теперь она опять вновь горит. Давай мне свет. Это надо было в подземелье. Так. Местечко какое-то подозрительное. Сейчас, по-моему, опять какие-нибудь конники выбегут, да? Или все будет тихо? Нет, друзья мои. Не будет тихо. Что на этот раз? Так, орда всякой нежити повылезала, да? Все, что ли? Ой, ой-ой-ой. Не все. Дай-ка я возьму динамит. Потому что, мне кажется, придется сейчас бумкнуть. Отлично, там взрыв произошел. Все или еще будет? По-моему, все. Хм, нет, не все. Переживите засаду. Так. Во-во-во-во. Это засада для меня тут, да, была подготовлена. Ну что ты тут кастуешь мне? Войдите в храм. Дверь открыта. Совсем другое дело. Совсем другое дело. Тут все у нас по тишине. Ничего тут подозрительного я не вижу. Ага, это мы только в храм с тобой попадаем. Ну вот вы и нашли древний пустынный храм. Кто знает, какая правда и какие сокровища ждут вас внутри. Так, построено на песке, увековечено в камне. Каньон кактусов, уровень пройден. Урона 1307, потеряно игроков 1. Открыто сундуков 100% и урона нанесено немало. Что это? Рог ветра. Когда эхо рога ветра разносится по лесам верхнего мира, существа ночи дрожат в страхе. То есть это у нас что, артефакт или это у нас оружие? Мне пока непонятно. Ну что, друзья мои, так, а кто у меня тут? Что-то никого нету. Давай посмотрим, что нам Кузя приготовил. Большой лук. Так, усиленная кольчуга. Усиленная кольчуга, распространенная среди обычных искателей приключений, популярна повсеместно. Поглощено урона 35%, шанс избежать попадания 30%, перезарядка кувырка занимает на 100% дольше. Отлично. Так, все, у меня не хватает больше изумрудов. Окей. Так, как ты думаешь, стоит ли эту броню одевать? Здоровье дают 46. Так. Попадание шанс 30%, да. Поглощение урона 35%. Ну, в принципе, как бы неплохо. А что же вот это такое? Все-таки это, ребята, толкание блоков 10 секунд. Все-таки это у нас получается как бы артефакт. Да? Получается, это артефакт. Воу. Вот так вот. Он, короче, отпугивает от себя всех врагов. Отшвыривает их. Ну что, дорогие друзья, думаю, на сегодня пока будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!